Это в первую очередь, мне раньше тоже такое было. На вдохе неприятный шум, на вкус. Сегодня несколько дней. Даже не дней, не можете назвать, началось. И стабильность как началась, так и продолжается. По нарастающей. А скажите, давление вы свое вообще меряете, нет? Какие цифры чаще? Чаще всего 150. Вы лекарства пьете какие-то от давления? И вообще никакие лекарства не пьете? Маленькое. Ну, каждый день или так?
немножко. Расслабьте просто ручку и все. Ручку просто расслабить. Обычная циркулярная рубита. Ручка онемевшая будет часа 5-4-5 часов, особенно первый-второй палец. Ого. Ну что, это ж не отвалится. Первый косей есть, а первого-второго пальца. Не чувствует нормально себя. Не расслабляйся. Чувствует где палец? Нормально или? Когда палец? Отлично. Это из-за лидокаина. Это не из-за того, что зубы давали вам, а из-за того, что лидокаин так есть. Главное, чтобы вы руку не разрабатывали. Понимать можете не понимать, но если будете разрабатывать руку, это может гематомой закончиться. Сейчас и после. Когда-нибудь. Все фиксируем.